Яркие образы, фантастические работы и безграничная фантазия участников. В Мирном прошел второй открытый фестиваль красоты и творчества «Созвездие Девы». Его организовал мирнинский модельер Лев Колесов, известный своими необычными работами. Флористы, стилисты, парикмахеры и визажисты представили на суд публики свои лучшие творения. Съемочная группа наших коллег побывала на празднике красоты и таланта. Тени для век, яркие помады, разноцветные блески и запах лака для волос. В этом зале мечтает оказаться любая девушка. Хочется такого фестиваля проводить ежегодно. И я надеюсь, что вы все поддержите меня. Да. В празднике красоты и моды «Созвездие Девы» приняли участие десятки мастеров разных направлений. Флористы, стилисты, парикмахеры и визажисты. Оригинальные прически, сказочные наряды, удивительные флористические композиции. С самого утра участники фестиваля создавали красоту и необычные образы. Я сегодня представляю коллекцию «Алиса в стране чудес». Это одна из моих любимых сказок, поэтому и решила ее взять крипом, она очень необычная, и как-то хочется выделиться из толпы. Несколько дней подготовки, и мастера представляют свои работы жюри на подиуме. Оригинальные работы и композиции украсили сцену Дворца культуры. Приятно было сегодня присутствовать вот на таком фестивале-конкурсе. Такие мероприятия, как вот «Созвездие Девы», они очень нужны, потому как здесь развивается именно творческая молодежь. В номинации «Парикмахерское мастерство» лучшей стала Наталья Никифорова. В театре современной моды Мария Горохова. Во флористическом искусстве среди многочисленных композиций победу одержала Надежда Рогозина. В индивидуальном образе от стилистов отметили Оксану Ворошилову с ее работой «Космическая нимфа». А гран-при фестиваля завоевали представители салона «Орхидея» Алена Фаткулина и Наталья Смирнова. Созданное ими платье из живых цветов жюри признало самой необычной композицией. В планах у организаторов провести следующий фестиваль уже не в зале, а на открытом воздухе. Так конкурс красоты и мастерства сможет собрать еще больше участников и зрителей. Злата Курбанова, Алексей Меркулин, Тимур Шерыжик, телеканал «Алмазный край».